Оркестр, парадный расчет, руководители города, Саровской дивизии и ветераны внутренних войск. В такой, можно сказать, камерной обстановке у Вечного огня почтили память военнослужащих, погибших при защите своего отечества. Выражаю глубочайшую признательность и благодарность всем, кто прошел путь войны до конца и вернулся из адского труда живым и здоровым. Но, к сожалению, это удалось не всем. За 210-летнюю историю военнослужащие войск правопорядка стойко охраняли важные государственные объекты и защищали суверенитет государства. Офицеры, прапорщики, солдаты Саровской дивизии также участвовали в войнах. В составе нашего соединения многие военнослужащие участвовали в боевых действиях по поддержанию конституционного порядка в Советском Союзе и в России. И отдельные товарищи, капитан Шатилов, рядовой Мамутин, рядовой Гордеев, погибли при исполнении воинского долга. Поэтому мы должны об этом постоянно помнить и напоминать нашим военнослужащим всех категорий. Ветераны внутренних войск отметили, что это мероприятие знаковое и должно стать традиционным. Именно тех, кто отдал жизни за независимость государства, нужно знать и помнить. Событие сегодняшнее, оно волнует нас. Тем более с ними служил и я. Евгений Шатилов тот же. Мы вместе служили. Память погибших почтили минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.